Всем привет, я Witch Girlfriend. Я снимаю вторую часть летсплея по сценарию по Sims 4. В прошлой серии мы не очень удачно начали. Стоило купить нормальный дорогой дом, а не бесплатный, точнее не бесплатный, очень дешевый и пустой участок. Сегодня мы будем пытаться справиться со всеми невзгодами, накопить хотя бы какое-то количество денег. Ей тут не нравится, что грязно, а мусор выкидывать некуда. Хотя... Так, мусор клеим. Вроде как вообще уличные баки должны быть бесплатные. Почему нет? Ладно, придется снова тратиться. Вообще было бы неплохо накопить на мусорный бак нанобак. Потому что он... может делать деньги буквально из мусора. Возможно, стоит на него накопить, тут тем более немного осталось. Так что придется потерпеть. Еще надо что-то сделать с ее одиночеством. Давай, я шпику. Ты все равно умер. Давай, я сбегу. Что-то как-то не окупается. Ладно. Ловим лягушек, собираем урожай, все как обычно. Возможно, еще было бы неплохо устроить ее на работу, но тогда у нее не останется времени на другие заработки. Как она это сделала? Откуда у нее капсула в кармане? Ура, второй навык садоводства. Что такое? Можно я украду чей-нибудь дом? Это было бы очень неплохо. О, мы накопили на урну. Теперь нам есть куда складывать мусор. Помню, в Sims 3 еще можно было ловить бабочек. И когда я только запустила Sims 4, увидела этих несчастных бабочек, я такая сразу, опа, ловить, ловить. А они не ловятся, потому что в Sims 4 такого нет. Ну или, насколько мне известно, что такого нет. Я не знаю, что с ней не так, но она постоянно ложится спать, не досыпает до конца и просыпается. Зачем она так делает? Тени. Не помню такого никогда. 107 миллионов за такой маленький холст? Просто потому что картина грустная? Я только сейчас запалила, что я ей летучих мышей навесила на стену. Ну вот пришла одна. Ой, ой. Вы меня видите, Фин? Почему вы пришли ко мне посреди ночи? Ура! Вампиры мои единственные друзья, только они приходят, чтобы повысить мне уровень общения, чтобы она грустная не была. Приметный новичок. Слегка негативная это репутация. О, очки славы. Это похоже на то, чтобы я рисовала лет так 5, наверное. Оказывается, я просто была художником в стиле сюрреализма. Импрессионистская. Не... А когда ты уже успела достать? Ладно, доешь. Все вот эти серии видео по Sims, это будет просто пустой гринд. Ну, потому что иначе никак.
Я даже не уверена, что это может быть интересно для просмотра, если только я не буду совать мемы каждые 15 секунд. Наверное, стоило под вдохновением это делать. А почему ты нейтральна? Откуда у тебя такая самоосознанность? Что в ней такого, чтобы могло ей давать такой буклет? Буклет? Продаем все, что не приколочено. Все, что приколочено, отколачиваем и продаем. Что? О, мы уже в общей сумме заработали 5 000 7 миллионов. Но это лишь жизненная цель самой героини, а непосредственно сценарий мы еще не закончили. И нам еще очень далеко до его конца. 1 000 000 7 миллионов. А всего 1200. Как мы это сделаем? 60 видосов, которые снимаются 40 минут, монтируются 20. На самом деле нифига не 20. Можно посетить Сан-Мишуну и пошариться в местных щитках. Там можно плакаты содрать какие-нибудь. Раньше был такой Багаюз, что получается, в вот этом творческом районе многие симы сидели рисовали на этих, на мольбертах свои картины и оставляли их, убегали. И в итоге можно было просто подойти и продать все картины, пока хозяева где-то отсутствуют. Сейчас такого нельзя делать, я проверяла. Ничего не изучаю. Все более-менее приличные плакаты уже разобрали. Досадно. Серьезно, тут нечего собирать вообще? Дайте плакаты, чё, вам жалко, что ли? Мне надо было установить мод на Extreme Violence и сидеть дверкать за деньги на улице. Было бы замечательно, мне бы платили 100 миллионов рублей в час. Ну, тут остается только картины рисовать. Абстрактная картина. Тут рыба водится с каких пор. Опять карп плавают. Тут не так глубоко, куда они уплывают. Серьезно? О-о-о-о. Нежные шары. Замечательно. Бывают довольно редкие, попадаются, так что, в принципе, их можно хорошо продать. Почему 74 не добавили машины? Я помню, в 73-м они были. И что? А, ты изучаешь воду, я забыла. А рыбки полистаются. Это была не настоящая рыба. Отлично пойдет рыбалка. Ладно. Раз отлично пойдет, так рыбачь. Что-то плохо рыбачиться не находишь. Зато 4-й уровень. Кто? Я тебе не 7 миллионов не дам. Ага, это была афера, все понятно. Мы-то с тобой умные. Мы-то знаем. Мы-то все знаем. Ягода жвачного растения. Пожалуй, я не буду его выращивать. У. Видите? Его нельзя продать. Мы не являемся владельцами. Только смотреть или купить. Я помню, у меня Сим однажды был криптоманом, и он украл вот такой вот бюст у кого-то. Нельзя поймать бюст приманки. А какой приманки? Придется покупать продукты? Ну-ка, показывай. Ну, будем считать, что я... да.
Могу я ловить на гриб? А, да, реально, я могу ловить на гриб. Правда, я не уверена, кого я там поймаю. Всего на 2-7 миллиона окупаемость. Кошмарное дело. Блять, бревна, сколько можно? Единственная рыба, которая клюет без наживки, это бревно. Почти в 3 раза купились. Ура! Карта сокровищ. А, она бесполезна, по сути. Пусть энергия продолжает делить. А, вот для чего пиратская карта нужна. Пошли дробачить. Я могу на рыбушку. А лучше на грибы. Их больше, и их не так жалко. 5-й уровень. Радужная рыба. Ух ты. Цифровая камера. Что случилось? Этот звук должен что-то означать, что-то произошло, но что непонятно. А, тут пыль собралась. Сон. Неплохо. Учитывая то, что один гриб стоит всего 1,7 миллион, а на него поймал, ну, попался сом 47 миллионов, так что... Звучит выгодно. На другого? Наживку ловишь, что ли? На что-то ловишь? Ловуту. Вот это был... Вот это улов. Мне кажется, я абьюзи какой-то баг. Ладно, пусть она до потери сознания, короче, там ловит. Потому что если это реально какой-то баг, то мне его терять ни в коем случае нельзя. Не факт, что у меня получится снова. 2 ламы. Деталь для улучшения сантехники. Презренные прогнозы. Капец. Капитан Скелет. Все, отрубилась. Как она теряет известность? А, ну да, она долго не рисовала. Если ты на спала, сиди. Грустный мопс. Это уже что-то тревожное. Так. Она, скорее всего, какую-то это выкопала. Исторический камень. По факту все камни доисторические. Это цифровая камера. Их лично выбрасывает. Ну что ж, денежки капают потихонечку. Ты зачем купила? Ладно. Тут только еда, да? Ладно, поговори, раз тут такая возможность появилась. Опять можно копать. Вы знаете, где надо надавить. Какой избранный-то? Гореть из избранного открой. Акте. На колокольчика. А
А, из-за того, что она много грустит, она теперь становится не сдержанной. Ну, что поделать. Я почти накопила на ее цель жизни. Уже не банкрот. Ну как? Ну как? Пожалуй, последняя рыба. И на сегодня я заканчиваю. Это на самом деле очень-очень длительный проект. Должен быть. Ладно, один клад еще выкопа. Я не знаю, вам действительно интересно? Если вам действительно интересно, то, пожалуй, я буду пытаться продолжать дальше и дальше, пока все-таки не исполню конец. Да, не закончу этот сценарий. Если хотите, можете предлагать мне другие игры, которые я бы могла заценить. Надеюсь, я смогу их вообще каким-либо образом достать и снять. Всё, молодец. Поймала кухню.